Приветствую всех на своем канале. Этим летом я вам уже показывала красоточку Ирен. Она у меня тогда набрала 20 доносом. И я обещала вам показать полный ее распуск. К сожалению, видео у меня не сохранилось, но показываю довольно интересные фотки, которые получились. Яркие и сочные. К сожалению, фото не передает того впечатления, которое было вживую. Мне она напоминала набитую цветами гроздь сирени. Там было что-то невероятное. Очень жаль, что видео не сохранилось. Мне казалось, я его снимала, но так и не смогла найти. Поэтому показываю вам фотографии того цветения. И самое интересное, что в прошлый раз были цветочки все какие-то со срощенными лепестками. Ну, конечно, не все, но большинство из них были такими. Не успела она отцвести, только вот буквально где-то месяц назад, наверное. Она у меня одновременно отсушила два цветоноса, но к тому времени уже успела вытащить третий цветонос и распустить первые цветочки. Я впервые наблюдала такую картину, когда цветонос просто засушивает себя вместе с цветами. Обычно цветочки сначала опадают один за другим, но тут два цветоноса внезапно отсушились и начал раскрывать цветочки уже третий. Не знаю, может быть, что-то не понравилось. Сейчас она у меня такая вот бодренькая красотулечка. Тоже уже раскрыла на третьем цветоносе несколько цветочков. Пытаюсь поймать освещение. Вечернее освещение не очень качественное. Поэтому краски, конечно, не такие яркие, какие на самом деле. Чуть позже ставлю фотки, а на них цветопередача гораздо лучше. Пробую, играю с освещением, чтобы передать как-то на видео, но не очень это удается, поэтому дальше смотрите на фотографиях. Цветочки все ровненькие на этом цветоносе, нет ни одного срощенного лепесточка, как это было в предыдущих двух. И параллельно она продолжает мне растить листики, что тоже для меня удивительно. Это, наверное, первый фаленопсис, который я вижу с момента получения. Он не перестает наращивать ботву. То есть лист один за другим. И не отсушивает нижний. Ну вот какой-то самый-самый нижний листик там видно был отсушен, а все остальные на месте. Также там было видно у нас два цветоносика, которые я отстригла. Ну и вот они, обещанные фоточки с хорошей цветопередачей. Яркая красоточка. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, видео понравилось. Хорошего вам настроения и пока!